Добрый день. Вот хочу удалить разводы на матовом стекле, которые у меня в ванной. С одной стороны оно матовое, с другой гладкое. С гладкой стороны, естественно, я все уже обычным средством с нашатырным спиртом отмыл. Но вот с другой стороны, вот с этой вот, у нас есть развод. Вот. С той стороны, где не было никакой ванны, а со стороны холла. Вот поэтому не знаю уже, что делать. Вот причем это пятно, оно видно при любом освещении. Естественно, я мыл уже и средством для мытья окон, и каким-то спреем для акриловых ванн, и уже какими-то новомодными средствами АМВ, и даже обычной уксусной кислотой мыл. Вот. Ничего не помогает. Даже White Spirit не помог. Вот. Дайте мне совет, пожалуйста, что же мне делать, как отмыть этот развод. Большое вам спасибо. Пишите в комментариях, что вам помогло.